череде литературных конкурсов случался редкий выходной, и сайт оказывался в фокусе чудной компании одной. Старушка с ранними морщинами, сорокалетняя вдова, два паренька с двумя мужчинами вникали в новые слова и были клятыми и мятыми, читая жизнь и зная смерть. Две тети зэки с дуэлянтами, но завершилась круговерть, и становилось все по-книжному. Бог рейтинга сходил на нет, дворцы подмигивали хижинам, где нищий слышал звон монет.